Чувашия лидирует среди регионов, которые реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Одной из лучших практик назвали создание частных индустриальных парков. Минпромторг России вышел с инициативой поддержки частных индустриальных парков для 10 регионов, в том числе и Чувашии. В республике провели инвентаризацию существующих площадей на предмет организации технопарков и индустриальных парков с мерой поддержки на компенсацию инфраструктуры. Эти площади планируется использовать под реализацию 21 проекта.